Отстань, читер. Ну чё, как съездил? Погоди. Как справили? Рассказывай, что за тема. Чё? Ты про наводку говорил. Все, закрутилось. Отлично. Вот она, понеслась. Так, спокойно. Слышишь? Для начала я хочу удостовериться в том, что дело верное. Ладно. Зашли мы с кузеном выпить по глоточку вина. Эрнеста красное взял, а я, знаешь, красное не очень. Я взял себе розе, такое нежное, фруктовое. Сидим и, значит, болтаем за одну девчулю, Эмили. Кстати, она первая, кто дала мне тетямбры помазать. Давай без этого, без тити. Не надо лишних подробностей. К сути. Короче, Эрнеста говорит, типа, она устроилась домработницей. И что с ней живет Карлос, ну, который весь район держит. И вот она ему рассказала про хозяина своего. Говорит, очень богатый дедуля, притом большой человек, хоть и на пенсии. Ну а Карлос с Эрнестом в одной бейсбольной команде. Ну и часто терки труп, сечешь? Вот, ну и вот на днях. Карлос говорит, чувак, прикинь, там в подвале сейф такой, что дом поместится. Ничего себе, дед. Ну Эрнеста сразу ко мне, потому что я в теме, а я ему говорю. Пусть Эмили через Карлоса передаст тебе для меня, сколько там внутри. А он такой, не знает никто. Она сказала лишь, чумовой шкаф, такой конкретный, а значит там много. Чё? У деда есть сейф. И он на неделю уехал? Так, ладно. Итого имеется сейф и хозяин в отъезде. Исходим из этого. Верняк же.